Олег Геннадьевич. Привет. Привет. Да. Давно пытаюсь до вас добраться, потому что все мои молодые друзья, которыми я восхищаюсь, которые занимаются цифровой живописью, для них вы какая-то ходячая икона, и они с придыханием говорят. Но действительно, у вас очень много чего за спиной, и я вижу, что вы склонны к тому, чтобы пасти народы. У меня набралась куча вопросов к вам, потому что чем дальше я смотрю на то, что происходит, вот, скажем, с людьми, которые пасутся на ArtStation'е, тем больше у меня к вам вопросов теоретического толка. Когда, по-вашему, началась цифровая живопись как живопись, а не как просто продолжение инструмента дизайнерского? Ну, наверное, это нужно связывать с появлением конкретного инструментария на рынке. И, наверное, там, первые две версии, наверное, вторая версия Painter, когда вышла, это нужно погуглить, когда она вышла. Мне кажется, начало 2000-х. Это была программа, которая имитировала натуральные инструменты Painter. Тогда она принадлежала компании Fractal Design. Потом его несколько раз перекупали, его Краузе перекупал. То есть это не Coral, да? Потом она, Coral'ом она стала, не помню с какой версии, поздно довольно, да, версии 7, да. Вот, ну, как только она попала в руки Coral, им стало невозможно пользоваться. Вот, и как только появилась эта программа, и, соответственно, появились хорошо работающие планшеты Wacom, и мне тоже кажется, что это начало 2000-х. Тогда эта индустрия, эта как бы сцена начала развиваться в том виде, в котором мы сейчас это можем наблюдать. Как обычно, все обусловлено технологиями, состоянием, короче, базис определяет настройку. Да. Если есть технологическая возможность, тогда у нас появляются люди, которые, базируясь на этом фундаменте технологическом, начинают что-то делать. Но кто-то же пытался, там, не знаю, Пузенков, некто Жорж Пузенков, например, считает, что он там основной цифровой артист в России, а молодняк про него, например, не знает. Вот эти люди типа Леша Андреева, да, там, того же самого Сурнова, они хорошо знают достаточно историю искусств, насколько я вижу, и достаточно хорошо подготовлены. Но у них вообще другой подход. Для них нет такого понятия, что мы вот вчера писали красками, а сегодня вдруг у нас появился планшет, поэтому мы все очень делаем быстро и ярко. Да? Они просто как-то в этом живут, и получается, что традиционная группа, будем так говорить, не то что... деятели искусства, да, изобразительного, они их вообще не замечают. Для них вот эта вся штука, которая произошла во многом из концепт-арта, из игр, там, из прочих, для них это вообще не искусство. Причем принципиально. Ну, да, так и есть. Это несколько не пересекающихся сегментов культуры, так что очень, что они не пересекаются. Есть современное искусство, так называемое, садриск, да, которое... которая жива, потому что там циркулируют деньги и в венах, и в артериях, да, и это символический обмен. Есть индустрия цифровой иллюстрации, то, о чем мы с вами говорим сейчас, которая существует благодаря тому, что вот есть инструменты, которые появились на свет благодаря, возможно, действительно потребности со стороны индустрии развлечений, индустрии кино и видеоигр. Значит, появилась потребность в... мастерах, художниках-иллюстраторах скорее, которые будут рисовать визуальные основания для того, чтобы потом пользователи увидят на своих экранах. Концепт-артисты, да, бэкграунд-артисты, которые рисуют задники, которые рисуют персонажи. И в основном, конечно, я думаю, что монетизация этого инструментария в основном,
люди, которые разрабатывали Painter, они рассчитывали на то, что это будет, они будут обслуживать не живописцев, а иллюстраторов штатных, которые сидят в игровых компаниях или в киностудиях, да, и рисуют что-то, для, что потом станет игрой или фильмом. Вот, что еще есть. А есть еще академическая живопись, отдельная, сейчас уже, наверное, даже маргинальная тема, да, и эти три сегмента не пересекаются никак. Люди практически не мигрируют из одной области в другую. И вот человек, который пытается что-то делать сейчас в области визуального, он должен, наверное, себе дать четкий, самому себе дать четкий отчет в том, где он собирается работать, ну, на какую территорию, на чьей территории, потому что ни одна из этих территорий не принадлежит самому художнику, самому мастеру. Она может принадлежать капиталу или там индустрии, если речь идет о концепт-артистах, она может принадлежать культурным институциям и кураторам, если речь идет о современном искусстве. Ну и есть такая горизонтально организованная ризоматическая, ризоморфная среда, где художник может выступать. Это, конечно, социальные сети, интернет, потому что средства дистрибуции визуального материала, который порождают люди, о которых вы говорите, да, цифровые художники, цифровые иллюстраторы, они, ну, главное, нужен интернет, социальные сети. Вот это, пожалуй, единственная территория, где человек принадлежит сам себе. Но он должен понимать, что если он на эту территорию вступает, то его визуальный материал, мясо, которое, визуальный материал, который он порождает, это будет просто одна из тысячи картинок, песчинка, перчинка в... Может быть, перчинка, да, или гранула соли. Но соль растворится. Да, или это будет просто одна, как это зернышко гречки. В ежедневном информационном рационе людей. Это картинка, которая кроллится, ее, возможно, на нее нажмут в Фейсбуке или где-нибудь там в Инстаграме, да, откроют крупнее. Время просмотра производительной цифровой живописи, как я понимаю, в среднем секунды 2-3 сейчас. Если только эта картинка не нашла себе человека или институцию, или какую-то инстанцию, которая заботилась о том, чтобы превратить это в твердую копию, в сувенирную продукцию, которую человек уже приобретает, чтобы украсить свой быт. Да, если человек распечатывает картину Андреева, или, например, да, Андреев? Андреев, да. Вот. Да, тогда эта картина становится, или там, вот у нас висит, например, в комнате моего сына его календарь, если я не ошибаюсь, да, правильно. SCP Foundation, вот эта серия его была, если это он. Ну, видимо, да. Да, тогда это превращается в предмет культуры, украшает чей-то быт, и тогда функция произведения цифрового искусства такая. Вот что можно сказать. Да, но если посмотреть с другой стороны, произошло то же самое, что произошло с музыкой. Грубо говоря, благодаря интернету отпала вся тема с мейджерами, с директорами по работе, с артистами, которые... ставили из 15 групп, выбирали одну, совершенно по непонятным им причинам, всем причинам, да, вбухивали в нее кучу денег в раскрутку и навязывали все это в виде винилов, CD там, и так далее по бешеным ценам. А теперь вот этого нет ни куратора, ни директора по работе с артистами, а человек сразу напрямую общается со своей аудиторией. Да, верно, так и есть. Есть такой термин VK Black Metal, например. Ну, есть сервисы SoundCloud, Bandcamp. Каждый, конечно, можете распространять свою продукцию непосредственно без участия. Это, конечно, очень хорошо, все в горизонтальной связи. И это вполне анархическая и ризоматическая, как уже говорят, схема существования культуры. Вот. И тут очень можно сказать, что продукт, который порождает художник сейчас, продуцирует, да, если, например, в доинтернетную эпоху, в футбольную, в новое время, да,
в эпоху, о которой писал, например, Беньямин в тексте «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». В общем, после изобретения фотографий, но до изобретения интернета. И все равно, значит, человек существовал как бы в двух модусах, в двух режимах. Первый режим – это частное лицо. При этом я имею в виду, что это частное лицо может быть вовлечено в социальные отношения, в экономические отношения, в политическую жизнь какую-то. Так или иначе, все равно выступает как гражданин, как человек. Частное лицо равное другим частным лицам в этом статусе. Вот. Но иногда, если он художник, он переходил в особый режим. В особый режим, сакральный даже, пожалуй, существования, когда он порождает произведение искусства. Он как бы сгромождается на табуретку, и он уже перестает быть частным лицом, а он становится ретранслятором некой истины, да, какого-то прекрасного, какого-то такого кантианского прекрасного. Он его оформляет, в смысле придает ему форму, экстериоризирует и дарит в экстериоризированном виде своей аудитории. Это два непересекающихся режима. Либо я частный человек, либо я во всех своих проявлениях. Либо я художник, который, ну, не важно, что я собой представляю, не важна моя частная жизнь и мои особенности биографии, я порождаю артефакт. Сейчас с развитием социальных сетей мне кажется, что границы между этими двумя режимами существования субъекта в культуре стерлись. И в общем, если цифровой художник рисует картину, там сейчас принтером уже никто не пользуется, как я понимаю, фотошоп, например, рисует и вешает ее в Фейсбуке, то фактически это высказывание того же сорта и того же масштаба в контексте культурного процесса, что и просто ссылка в Инстаграме или просто статус в этом самом Фейсбуке. Да, просто, не знаю. Да, да, это такая эфемера. И это уже, значит, человек порождает контент, и для того, чтобы порождать контент, продуцировать какой-то материал визуальный, который будет воспринимать, ему не нужно для этого специально переходить в какое-то особое состояние, в особый режим художника. Художником он является просто по праву своего рождения, по праву своей регистрации в соцсетях. Вот такая сейчас, мне кажется, состояние культуры, состояние общества, что можно художествовать просто жительствуя. Понимаете? И для этого совершенно не обязательно. То есть цифровой художник может заниматься цифровой живописью, но это совсем не обязательно. Он может перестать, например, пользоваться фотошопом и рисовать. Да? Или там принтером. Вот. А может что-то другое делать. Может писать, может там все что угодно. Главное, что он присутствует, проявляет какую-то активность, ну и пожинает лайки свои. Вот так теперь действительно. Отсутствует, в общем, грань между аудиторией и художником. Отсутствует табуретка, которую должен художник загромоздиться, чтобы поставлять аудитории контент. Но вы это никак не оцениваете, ни как плюс, ни как минус. Нет, нет, а зачем? Нет. Ну, я все оцениваю хорошо. Мне кажется, что все, что происходит, ну, с этим надо работать. Это исходный материал, исходные данные или контекст, в котором вызов, челлендж, в котором мы можем что-то как-то, значит, не ответить, как будто бы это был диалог. Человек, который живет в культуре, это же такая синергетическая конструкция, это всегда диалог. Человек, если он взаимодействует с аудиторией, с культурой, с контекстом, с фундаментом культурным, с дискурсом, да, с доминирующей культурной парадигмой, он ведет диалог, он что-то произносит, и его реплика может выражаться в той или иной линии поведения, или в текстах, или в изображениях. Вот. Культура ему что-то на это отвечает. При этом она отвечает при посредстве, например, его респондентов, его френдов, которые его лайкают, комментируют. Или при посредстве каких-то культурных образцов, которые ему социальная сеть, алгоритмы, на которых работает социальная сеть, предъявляет в
ответ на его публикации. Как работают эти алгоритмы, мы не знаем. Да? Очевидно, наша жизнь полностью оцифрована, и вся наша личная информация давно 30 раз уже продана тем, кто занимается контекстной рекламой. Мы это все знаем. Да? Вот, значит, соответственно, то, что нам культура при посредстве этих алгоритмов предъявляет через Facebook, через Instagram, то, что нам показывает Facebook особенно, в меньшей степени Instagram, там, по-моему, попроще все устроено. Вот, это ответ на нашу деятельность в сети. Это ее постоянный диалог. Это не то, что мы с машиной, с матрицей общаемся. Мы общаемся с культурой. Просто вот инструмент общения – это алгоритмы социальных сетей, которые, конечно, заточены под то, чтобы монетизировать этот трафик, но в качестве побочного эффекта происходит культурный диалог человека с аудиторией, с культурным контекстом. Ну, монетизируют этот трафик другие люди обычно, и никто, кроме, собственно говоря, господина Цукерберга, на этом не заработает. Но интересант. Да. Кто здесь интересует получать выгоды, вообще не интересно в данном случае. Меня интересует, что происходит в культуре, как через припосредствие каких механизмов происходит диалог автора с контекстом, да, с культурой. Оказывается, в 67-м году Ролан Барт констатировал смерть автора. Он сказал, что теперь совершенно не важно, что в виду автор, потому что он умер. Вернее, он не умер, он превратился в такую машинку, в скриптора, через которого вещает культура как актор, или язык как актор. Да, потому что внутри культуры, внутри языка есть какая-то собственная потенция, какая-то энергия лебедозная, которая ищет себе выход. Вот. Она находит себе писателя, и через него проникает, сериализируется. А что конкретно писатель имел в виду, вообще не важно. Так вот, оказывается, сейчас прошло с тех пор 50 лет, ровно, уже получается, да, 50 лет с момента выхода статьи «Смерть автора» Ролана Барта. А оказывается, что все не... Что оказывается, действительно, частная жизнь человека, его личное пространство, которым он делится, которое утратила четкие границы, потому что человек в социальных сетях, у личного пространства, у privacy границ вообще нет уже теперь, да? Потому что человек с готовностью и охотно впускает в свое личное пространство кого угодно в грязном ботинке, не вытирая ног. И оказывается, содержимое этого личного пространства и внутренние какие-то процессы, личная биография, личные отношения с культурой, с языком, с другими людьми, социальная жизнь, вся остальная жизнь человека активно вовлечена в этот культурный механизм, в соответствии с которым культура сейчас существует. То есть все оказывается сложно. Сейчас снова оказывается автор ожил, да, вылез из магии и участвует в этом всем. Да, но тогда... Что на тумбочке человек талантливый становится или не становится неким этическим или там эстетическим авторитетом, что перед своим невнятным ницшанским стадом, да, что в сетях, в интернете, когда стадо перестало быть невнятным и уже даже что-то отвечает и говорит, что «а ты кто такой?» автору. Но талант никуда не девается. Здесь говорит, потому что, во-первых, нам казалось, что на табуретках стоят буквально все, все участники культурного процесса. Нет. В общем, разрушена иерархия. Что один на табуретке, а все сидят на стасидиях. Да? Один на амвоне, а все остальные стоят, просто слушают его проповедь. Такого нет. На табуретках стоят буквально все. Между ними натянуты некие провода, струны, и новые смыслы в культуре появляются, новый контент, новые смыслы, да, новые связи, новая информация, и, в общем, новые содержания, новые ценности, благодаря именно свободному диалогу между всеми этими взгромоздившимися на табуретке людьми. Потому что, иначе нельзя. Именно благодаря тому, что социальные иерархии оказались разрушены, я могу написать комментарий какой-нибудь знаменитости. Да, напрямую. До которого...
Напрямую, да, просто комментарий, ну, там, не знаю, уж, я уж не знаю, по-моему. Премьер-министру Медведеву, например, в Твиттер. Я, правда, Твиттером не пользуюсь, и мне и Медведев не интересен, но... Ну, это вот я могу первому-второму лицу в стране что-то написать, и он, возможно, даже ответит. Совершенно не важно, что за него ответит его пресс-служба, скорее всего. Это не важно. Главное, что социальная иерархия разрушена. По крайней мере, иллюзия, техническая возможность горизонтальных связей между людьми, которые находятся на разных социальных рынках, на разных этажах социальной пирамиды. Вот. И вследствие этого возникла возможность существования обмена информацией, обмена рефлексией и обмена, я уж не знаю чем, всем культурным контентом каким-то. А культура существует благодаря формированию новых связей. Культур-феномен, который просто лежит в музее мертвый, и от которого отрезали все его культурные связи ножницами, помещен в стеклянный бокс, это уже не культур-феномен. Это такое, как у Беньямина снова вышеупомянутого, это носитель ауры. И больше ни на что он не годен. Как, например, Джоконда. Нужна для чего вообще функция Джоконды какова сейчас в реальной культуре? Это такой фон для того, чтобы на ее фоне делали селфи. Японские туристы. Да. Я был давно, один раз. И это именно так. Стеклянный бокс. Там лежит артефакт со своей аурой. Это аура вокруг него. Ну, аура – это, в смысле, термин Беньямина, да? Это характеристика уникальности. Вот. И на фоне этой уникальности, фонящей, японские и китайские туристы делают селфи на своем смартфоне. Больше ни для чего Джоконда не нужна. Вот. Но как только мы берем Джоконду не тождественную себе, а мы берем копию Джоконды, низкокачественную репродукцию, пережатый JPEG, на которой еще шрифтом, гарнитурой Impact какие-то смешные надписи сверху и снизу написаны. Как только это превращается в демотиватор и там в какой-нибудь смешной, как это называется сейчас, мем, да, картинку, тут же появляется возможность, появляются новые культурные валентности у этого культур-феномена. Да? Он может вступать в новые отношения, порождать новые контексты, новые тексты, становиться членом предложения в новых текстах, благодаря тому, что он утрачивает свою уникальность. Вот так это и устроено. Так что очень хорошо, что иерархия разрушена. Такая, ну, центральная, да? Арбор Мунди срубили. Лежит, его там порубили на гробы, и в этих гробах похоронили классическую культуру, да. Мы играем со стружкой. Ну, вы сейчас звучите как какой-нибудь Ортега и Гассет, который как раз вот этот процесс почему-то его очень волновал на наплыва простого человека. И он видел в этом все-таки охлократию. Когда все эти люди писали, ну, это было более или менее умозрительно. То есть они как бы каким-то своим визионерским зрением видели какие-то процессы, какие-то тенденции, силовые линии, которые в культуре, в культурном процессе имеют место. Но сейчас это прямо очевидно для всех, да, наверное. Для этого не нужно быть, не знаю, кем, французским постструктуралистом или там, профессором Сорбонны, чтобы это все зафиксировать. Для этого просто нужно быть пользователем Фейсбука, чтобы понимать, как работает культура сейчас. Но зато мы теперь имеем возможность повесить на все стены всей страны современные картинки. Можем, да, хорошо. Это не хорошо и не плохо, просто у нас есть такая возможность. Да? Мы можем высказываться в любой форме. И цифровые картинки – это просто один из способов говорения. Одна из форм, которая может быть просто, ну, искусством просто декоративно-прикладным, украшающим быт. Вот. А может в себе содержать какое-то послание.